У меня есть план. Предлагаю выкатиться на 135-ю высоту и отработать по триггеру. И когда будут работать 113-е, зайти в город. Можно. Подойти. Ша! Ша! Да. Кама пуля? Да. Убивать всех на крышах. Чехи, на митинг ходил сегодня? Конечно. Ну вот теперь можно выйти. А так да подам. Бань. На метр дальше. М113 едет дальше или нет? Да, занимай позицию на этой на хрени. Нас прикрывать будешь. Там две машинки должны быть. Видимо, стрелок остался только у нее. Ну, стрелок и будет я у нас. Да нет, там одного хватит. Но ранен, старте нет. Давайте через зеленку зайдем справа. А лучше, наверное, с юга зайдем. Так куда идем? А по дороге сейчас идем на 210. Сначала 210. Подняться может быть. Короче, сейчас накидаю. Слушайте, с ГПшки есть, я вас под ГПшки забежал. Вот накидал маршрут. А нет зоны выходить могут? Нет. Они в зону что ли загнали? Да. Жесть. Они, конечно, они захотели запушить. Это Янг и Чи. Это же пещерные парни. Они сейчас их там разносят без нас. Им еще захватят. Смотри. Ну, сейчас да, захватят 113. Нас там труп достаточно у них. У них да, есть. Ну, уже почти. Да. У них есть, у нас нет. И это плохо. Амина. Это кто стрелял? Сорян, у меня свернулась игра. Память Firefox закончилась, он решил закрыться внезапно. Они не выходят из зоны. Блять, тебе который раз уже повторяли, что не выходят. Это не наше? Это не наше, ГПшка. Или все же наше? Хорошо, давай, ладно. Потом подходим к забору. Смотри по сторонам, тут в елках можешь сидеть какой-то. Блин, а че я так устал? Нафига. Там, а дома эти входительные? Да. Да. Скажем, первая линия домов входябельная, а следующая нет. Короче, повтори. С отеля стреляют. С отеля стреляют. Пусть скажите им два, пусть попростреливать отель, там есть кто. Так, я стою, отдыхаю, уже не могу бежать. Дай им два попростреливать, там кто-то есть.
Пошли сейчас. Одиночный, ищи. Нас кто-то тут умер. Есть ты, Гири, КПШ? Мы подошли же к забору, да? Я бросаю туда, 13, да? Господи, вот, еще так что-то много меток. Гранату киньте туда сперва, а потом заходите. А он подходит. Но он не зайдет, мне кажется, для последнего. Как, да, гранату? Че, без, давай, подойди в мою сторону, вот сюда, вот в мою сторону. ФП. Гранату! Хватит КПшить. Вес, и еще левее. Левее красного. Да, да. Вы крышу посматриваете? Там забрали гранаты сейчас. Слева, слева, ДВ. А, не-не, слайся. Ё-моё, я потом. Орёт, орёт кто-то. Да, да, граната, осторожно. Спасибо, ёлки, она меня спасла. С крыши долби, скорее всего. Да я смотрю, там вроде никого. Ну, что-то по мне прям так жестко пролетело, без шума. Ребята, страна возле входа, сейчас с крыши подстреливать вообще. Веру слышу. Ну-ка, где? Метку на себя дал, если что, чтоб сориентировался. Одиночный еще. Да я своей. Зашел чисто. Главное дом вот тут с крышей посмотри. Так это жесть, ты там не высунулся даже. Так, на этот дом сделали лестницу, как с него спуститься? Лестница сильно далеко. Не спустился. А у нас М113 закончились? Не-не, они там на горе, но просто там не видно ничего оттуда. Так, подогнать бы их на дорогу, это бросили. Сейчас сделаю. Ребята, там кто-нибудь проверял? Кого? В отеле есть свои? Говорю, Атари, кто-то проверил. Что с собой? Втором этаже можешь сидеть. Вот шальной. Кто по отелю стрелял? Я живу. На северо-западе в домиках одиночных кто бегает? Деревянный. Я наблюдаю, да, есть кто-то там. Свои. Кто-то из домика этого выклинул на меня, я ему шмальнул, не знаю, свой, не свой. Короче, в голову попал, он упал. Это свой был, скорее всего, черт. Ты слышал бочинку с твоей стороны? Нет. Парни, в отеле двухэтажном. Первый, стой. Нет, первый нет, второй это.
113 уматывай. Да, внизу, внизу. Гонза, где ты выглядывал? Внизу, понял? Блин. Снизу. Гонза, я вроде убил его. Глушак работает. Да. Не могу понять откуда. Гонза вроде убит, нет? Да, вроде. Где-то внизу. Да ешь твою ж. Да как так? А как меня убили? Там перед Брок. О, обе там еще. Паша, приветствую тебя. Пинку-то. Они просто все. Я в домике, кто нам выглядывал, в голову попал, это свой был? Это мне, ты попал в голову. Понятно. Ты меня убил. О, краб раз. Кто-то выглянул такой, оп. Краб жестко, я там сидел, меня как консервные банки обстреливали из ГП минут 3, наверное. Не знаю, я вообще сидел, надо мной сверху пехи бегали, там что-то я виду не подавал, что я живой. Там потом Паша меня уже увидел, когда я с РПГ-хи по 113 стрелял. Я видел, когда ты бежал, кто-то сказал, кто-то перезарядил трубу, я сразу понял, это что, враг? Начал тебя искать, ты выстрелил, у меня выше было без сознания. Лол, а я не знаю, я думал, ты, получается, сзади в кустах сидел. Я сейчас не в кустах, я сверху на... Он этом, валялся на платформе. На карнизе, но я так и понял, что... Слушай, Паш, у нас на базе, короче, переход, спуск, короче, с платформы вот с этой, с карниза. Там, да, короче, люди ноги ломали. Пол команды надамажилось, да, там. Но это черный триггер, глаза которые бьет. Я не, такой побежал. На среднем вообще вот этот склон просто, короче. Надо заканчивать со сценариями оборона, атака и делать что-то оригинальное, это... потому что это просто жесть. Да нет, я просто помешал взять еще одну трубу, которую, с которой я мог. Можно просто это а так вообще один, мне кажется, из лучших сценариев. Чего вот, потому скидает. Что остальные какие-то. Да и упсилон там на этом 13. Тут и зданий достаточно, и местность такая, можно укрепиться где-то. Спрятаться. В родышем здание будем ходить. Нет. Как он туалет чистит. Еще у меня два. У меня два краба, короче. Одного мало, надо больше. Он мне тут не чистит, он руки зашел, по-моему. Сейчас кушать будет. Крышку. Или закладки ищет. Да. Кого там опять убиваешь? Брок кого-то. Обе идут тут, смотри, кого. Брок кого-то атакует. Да. Ведь убил кого-то. Да. Во, ответил, красавчик. Ворон, извини. Он, короче, так бежал. Все, один брок. Опа, краб заходит. А, я одного, это чуть-чуть. Ну-ка, летут, сейчас краб убью.
под эти узды. Давай, давай, гранаты прям. Влетел, влетел, влетел. Под хамви прятаться за остановкой. О, брокколи смотрит. Нормально, брок еще и затащить. Глаза почернеют. Не надо, брок, не беги. Сейчас триггер убьет нормально. О-о-о. Оп. Все. Все, уж не отъехал. Ну, мне интересно, он побежит до МС-13? Не, не дойдет. Не дойдет. Я его специально за триггером оставил, ага. Как чувствовал? Ну, я знал, что так они ждут меня, когда я выйду. Просто, блин. Гунза еще живучий. А что с ним? Да я по нему попал. А кто из бота вышел? Я хотел... Подхожу к челу, короче, я в бота превратился. Просто он испугался тебе и вышел. Да я хотел его полечить, я говорю, я тебя полечу, он такой, да, давай. Опа-опа, краб бежит в руку. Блин. Сейчас проиграем, да, если он его убьет? Блять, он слышал его. Все, он услышал. Краба не увидел. Нету краба больше. Здравствуйте. Там еще он битью сможет. Может, он еще ранен? Не, убил. Кто-то за бота зашел. Где? Да, кто за бот зашел. Забанить надо. А, это Влад, это Влад. Гранату кидает тоже. Может, он теперь просто... Ну да. У всех американцев все время руки и ноги перебиты. Не, вот Детис он такой бежит, взял, спрыгнулся с бордюра. Дурак, и без сознания упал. И он сзади него дом, я с него упал с крыши и выжил. Ну вряд ли его. Вряд ли Брока найдут. Да. Да. Ничья. Нет, оборона вин. М113 жива. Да, все. Все, Брок уехал, короче, оборона. Там триггер отталкивает или убивает, наоборот? Не, черная становится. В глазах. А, Брок эти магазины переупаковывал. Сейчас пойдет погибать. Ни разу не переупаковывал магазин. Иногда полезно. Да, кстати. Не бежал, оружие новое находилось. Особенно, когда у тебя три магазина с практически пустых. Можно один полный сделать. О. Бежи. Чуйка, чуйка, чуйка пошла. Смотрите. Ага. Написали, все ясно. Не в ту сторону написали. Вот с этого дома я упал, короче, уже. Походу узнал. Что его спалили? Не, Брок услышал его, походу. И Броку написали. Короче, ведь что запутать хочу. А большое видится издалека? Дойдет подальше. Сейчас, бля, бот просто убьет, да и все. Нет, шкафу. Чем краба так убили? Фашист. Что там? Он выглядывал, как это, как будто никого не боится из-за угла. Краб краба убил. А нет, это вупсень. Брок лицо просто вупсень. Так, че он кинул гранат? Привлекает. Да вам просто думаю, что он до сих пор там. Да. Вот, по-моему, видел. Нет. Там невозможно видеть, там два куста.
сейчас встретятся. И разойдутся. Они разойдутся. По да. кругу будут бегать. Он пошел, кажется, в БМК, да? Нет, нет, нет. Все, обратно вин. Ура! Алло, алло. Ну так шо? Я ПЗ убил, интересно. Шо, кто выиграл? Еее.